Как и ожидалось, в Кишиневе будет второй тур выборов на пост генерального примара. 3 июня за избирателя будут сражаться Ион Чебан и Андрей Настасы. И пока они готовятся к решающему рывку, политологи и аналитики анализируют предпочтения электората, отданные в первом туре, ну и, конечно, делают прогнозы на второй. Почему так решил избиратель? Как это отразится на политических партиях? Кто поддержит кандидатов сейчас? Ждет ли нас геополитический кошмар во втором туре? Вот только некоторые вопросы, которые напрашиваются в этой связи. Ответы в ближайший час. Вы смотрите «Полюс». Здравствуйте. Я представляю гостей, которые добрались сегодня до «Полюса». Экс-генеральный примар муниципия Кишинев Серафим Урекян. Добрый вечер, Серафим Александрович. Добрый вечер. Кишиневский муниципальный советник Станислав Вартанян. Здравствуйте. Добрый вечер. И политолог Корнелий Чуря. И вам добрый вечер. Добрый вечер. Ну и, конечно, давайте начнем с того, что, ну не знаю, наверное, практически все удивились составу участников второго тура. Да? Вышел Ион Чебан и Андрей Настасы. С вашей точки зрения, почему так произошло и было ли это для вас сюрпризом? Господин Чуря. Конечно, было сюрпризом. Я все-таки привык доверять социологам и опросам. И, кстати, на основе этого я строю обычно свои проекции, свои сценарии. Их нельзя не учитывать, эти опросы, потому что так устроена, в принципе, работа аналитика. Нужно брать их во внимание. Но господин Урекян иногда вот так иронично улыбается, когда слышит слово «опросы». И в данном случае мне придется с ним согласиться. И, да, многие сейчас иронично улыбаются, Корнелий. Да, не только Серафим. Да, уже. В принципе, вот, конечно, это большой недочет. И это все перевернуло. И опросы, конечно же, были совершенно другие. Я имею в виду второе и третье место. И отсюда, конечно, нужно признать, по цепочке ошиблись и все остальные. И не только аналитики и комментаторы, но и люди, следующие в политике, в принципе, ожидали, что на втором месте будет кто-то другой, Сильвия Раду в данном случае. Но не судьба. Господин Вартанян, как вы объясните вот такой состав? Ну, смотрите, мне кажется, все-таки кишиневский избиратель, он довольно-таки быстро реагирует на происходящее, и он довольно образованный и избирательно информированный. На мой взгляд, ситуация с Андреем Настасией поменялась в том числе и за последних шагов, за последние пару дней в связи с, вот, с этими вбросами, с телефонными переговорами. Мне кажется, это повлияло частично. Плюс вот эти флешмобы со скульптурой, то есть какие-то вещи, опять-таки... Я думала, вы скажете еще про гей-парад. Ну, гей-парад... Некоторые считают, что это тоже не добавило очков. Ну, это отдельная тема, но в любом случае виктимизация в Кишиневе очень хорошо работала при Дарине Киртака хорошо. И вот частично я видел, как минимум в социальных сетях, после вот этих не очень, мне кажется, красивых, на мой взгляд, в том числе и событий, люди сказали, давайте поможем, так нельзя делать. Это раз. Два. Ну, давайте называть вещи своими именами. Мне кажется, все-таки те, кто политтехнологи, которые строили компанию Сильвию Раду, немножко переусердствовали. Может быть, они были слишком уверены, в том числе вот в данных опросах. Она не появлялась на билбордах, она была только практически на телеканалах холдинга, и мне кажется, это также сыграло свою злую шутку, потому что все-таки люди ассоциировали очень прочно с Демократической партией. А как мы знаем, все-таки, как хотим мы или нет, у Демпартии очень плохой рейтинг и большой антирейтинг. И последние все выборы муниципального совета в том числе показывали, что там один-два муниципальных советника больше никто не мог получить. Поэтому, ну, вот так вот. Серафим Александрович, вот вы-то точно не должны были удивиться. Нет, я вообще мало чему удивляюсь. Я еще в понедельник предсказал такой исход. Я даже начну чуть-чуть пораньше. Еще только сказали, было объявлено, что состоятся выборы 20 мая. Я на одном телевидении сказал, что ожидается не меньше 15 кандидатов. Было ровно 15. Двое не собрали подписи, 13 баллотировались. В понедельник тоже был на одной передаче и сказал, что исход будет очень деликатный. Уже видно было по тому,
как протекает вот кампания. И я говорил о том, что единственный, кто имеет шанс выйти из первого тура, но, к сожалению, надо было кампанию организовывать более динамичную, не статическую, вот как социалисты. Я, соблюдая дистанцию от всех, я не политический человек, вот. Но шансы были выиграть с первого тура, потому что если первый тур не выиграть, последующий, второй тур будет очень сложный. И я сказал неделю тому назад, что если выиграет, хотя никаких шансов не было, значит, Сильвия Раду, и Чабан выигрывает Чабан, тут без разговоров. Хотя Сильвия Раду потом переговорим, она зарегистрировала тоже хорошие результаты, но за 5 месяцев выборную кампанию не сделаешь. Но все-таки рост от 3500 голосов до 17% это много. И сказал о том, что и сегодня говорю, что самое сложное будет, если во втором туре выйдет Настасья и, значит, Чабан. Да, Ион Чабан. И как раз так и вот получается. И это будет очень сложная, очень грязная кампания. И я думаю, что выиграть будет достаточно сложно. Хотя есть одно «но», которое может сыграть вот именно на пользу, скажем, электората Чабана, социалистов. Это то, что выборы состоятся как раз 3 июня. Это 3-го, да? Воскресенье. Да. Будет 1 июня праздник. Вот декларировало правительство 2 июня суббота и 3 июня это воскресенье. И присутствие молодежи никого не удивляет в Кишиневе, когда меня избирали еще в 99-м, 2003-м, тоже 3-4%. Хотя 120 тысяч студентов было тогда в городе. И сейчас тоже очень мало. То есть участие им наплевать на лучше в баре, чем на выборы. Поэтому сегодня предсказать очень четко, кто выигрывает, Чабан или Настасья, я не хочу никого гладить против шерсти, никого похвалить. Все зависит от того, как они поведут вот эти 2 недели кампанию. От динамики, от конкретности, от сближения к человеку, к избирателю. Но я начал говорить о том, что в пользу Чабана, то, что электорат Чабана в лес не уедет, на море не уедет на эти 3 дня, в горы не уедет. То есть и сейчас он немножко больше будет активизироваться, и никто не будет просить их сидеть дома. Наверное, каждый понимает вот задачу, которая нужна. Но шансы Настасьи тоже достаточно высокие. Опять появятся русские танки, опять кто-то переплывет пруд, и сложно. Ну вот Серафим Александрович уверен, что вмешается геополитика. Так он да. Излишне политизированный. Ну, смотрите, выбор. В первом туре все-таки не было. Не чувствовалось. Ну, Серафим Александрович, меньше, если мы вспомним меньше. Намного меньше. Намного меньше, да. Понимаете, а вот во втором уже многие ожидают, что на самом деле мы будем ждать тех самых танков и других вещей. Хотя на самом деле Настасья не мастак формулировать геополитический месседж. Он у него не очень внятен. И все знают его высказывания, которые очень часто, кстати, в контексте с дружбой, в альянсе с Дадоном, он говорил о том, что было бы неплохо приостановить на определенное время европейскую интеграцию. То есть в этом смысле его месседж до сих пор не звучал отчетливо. И я, в принципе, не исключаю, что и в дальнейшем Настасья будет этот, не будет озвучивать геополитический месседж, как-то будет пытаться за счет
этой идее геополитической прозападной, но не озвученной, вылезти, как, выиграть этот выбор. То есть, как бы предполагая, что все и так понимают, что он якобы прозападный, поэтому да, он а это будет... Да, а проунионистки, господин Чуря, вот смотрите, и... о его поддержке заявили уже политики, которые прямо заявляют, что они за Унирю. Но на самом деле им деваться некуда. Они на фланге очень... намного правее, чем Настас, и поэтому декларировать что-то невнятное или еще больше радикальнее оказывать поддержку Чебану, это смерти для них подобно, поэтому выбора у них нету. Другое дело, Демпартия, там, находясь на политической сцене между Настас и социалистами, здесь возможны определенные переговоры, которые, я думаю, Демпартия или Настас могут начать. Здесь поддержка не будет, с моей точки зрения, абсолютно без условий. Если я правильно поняла, Настаса может начать переговоры с демократами. Он может... Это важно. Нет, тут это сложная тема, но я бы так ее вкратце озвучу. Есть пример президентских выборов. Да, да. Там правые один раз обжеглись. Неизвестный пример президентских выборов 2016 года. Да. И поэтому тут, конечно же, и мне кажется, было бы правильно сделать это заявление о поддержке проевропейских. Но я не уверен, что все избиратели, которые голосовали не за Андрея Настаса, а за Сильвию Раду, они готовы поддержать Андрея Настасы, потому что мы не знаем очень хорошо этот профиль. Поэтому эта поддержка должна быть оказана более уверенно. И тут, конечно, нужны определенные переговорные процессы. Он, было бы неплохо, если он был бы запущен. Но я не уверен, что это произойдет. Тогда два вопроса, получается, по позиции демократов. О чем думаете вы? Готовы ли социалисты как-то начать эти самые переговоры, раз вот господин Чуря не исключает переговоров с господином Настасе. И скажите, пожалуйста, если нам не избежать геополитики, намерен ли господин Ион Чебан вот как-то, секундочку, отойти от того, что он делал весь первый тур? Он старался избегать этих вопросов, у него была программа, он говорил сугубо о городе. Позвольте, буквально два слова. Чуть-чуть не соглашусь с Сергеем Александровичем по поводу динамичности кампании. На мой взгляд, Ион Чебан сделал все, что мог в эту кампанию, потому что более активный, чем Чебан. Мне кажется, он обошел больше людей, кишиневцев, чем все вместе взятые. Он провел 28 пресс-конференций за месяц. Он был каждый день на всех практически дебатах последние дни. То есть он делал все, что мог, куда еще более активнее. И при этом, я не знаю, если вы кто-то из вас можете вспомнить хоть одно политическое или геополитическое заявление Чебана, в том числе и за последние 2,5 года, ни одного проекта решения, ни одного выступления в муниципальном совете политического у нас не было. Теперь, что касается вашего вопроса. Конечно же, с демократами переговоры вести не имеет смысла, потому что, как я уже сказал, очевидно, что поддержка демократов – это проигрышный билет, потому что, все токсично, понимают. Вы хотите токсично, сказать. Да, модное да. слово. И да. Сильвия Рада уже на себе это ощутила. Это первое. Второй вопрос был по поводу... того, продолжит ли... Продолжит ли. Он уже об этом говорил и вчера ночью после выборов, и сегодня он сказал, что я готов ежедневно с господином Настаси говорить исключительно, дебатировать на городские темы. А если господин Настаси скажет, а я не готов... Он уже практически это сказал. Да. Не готов, значит, не готов. Давайте называть вещи своими именами. Очевидно, что с точки зрения профессионализма, подготовки, опыта, наличия команды, Чебан выигрывает у Настаси по всем пунктам. Но мы прекрасно с вами понимаем, если Александр Александрович и господин Чура подтвердят, что люди, к сожалению, не голосуют рационально, люди голосуют эмоционально. А и Б, да, второй тур частично будет геополитическим, потому что начнется опять истеризация. Для Настаси выход во второй тур вообще был сюрпризом. И это было видно даже... А каким сюрпризом даже... для Майя Санду? Майя Санду это был очень плохой сюрприз, потому что мы видим, как она была расстроена. Но вопрос другой. Сейчас начнется опять-таки на правом фланге. У правого фланга появился драйв. У них появилось... Они вспомнили 2016 год выборы президента. Они сейчас будут вести свой-чужой. И начнется истеризация. Мы это все прекрасно понимаем. Сейчас включатся все неправительственные организации. Все правые телевизионные СМИ. Все будут накачивать Настаси. Хотя... Я говорил вчера на другом телеканале, я говорил, давайте оставим политику, буквально 3-4 месяца осталось. Настаси хочет пойти в парламент, он хочет доказать, что у него один пункт программы, все, он борется с олигархом.
Понятно. Но Кишинев — это не место для борьбы с олигархом. Кишинев — это место, где люди живут, и они хотят жить в комфортном месте. Политика должна делаться в парламенте, политика должна делаться на другом уровне. И у нас через несколько месяцев наступят эти выборы. Очевидно, что Настасья для него главное – это парламент. И очевидно, что если он каким-то образом гипотетически станет примаром, он превратит трибуну примарии еженедельно, выходя на еженедельные планерки примарии, это будет повторение Дарины Киртуака. Он будет каждую неделю вперемешку между канализациями, незаконными стройками, а по каналу будет рассказывать о том, как нужно бороться против демократов, против Плохотнюка, как нужно свергать правительство. Это всем понятно. Я очень надеюсь, что все-таки, в том числе наши телезрители, те, кто может быть среди наших телезрителей, я уверен, есть люди, которые голосовали за Сильвию Раду. Я очень надеюсь, что все-таки они поймут, что люди поймут, что эти выборы, они о Кишиневе. И впервые за последние 10 лет, вот то, что было при Киртуаку, у нас есть возможность избрать градоначальника, который открыто говорит о том, что он не будет вообще политикой заниматься, потому что он уже доказал 3 года назад, что он ушел из парламента, чтобы заниматься Кишиневым. Обратно ему не нужно. Угу. Ему не нужно никому ничего доказывать. За ним стоит самая большая партия, которая уже в парламенте. Поэтому я вот это моя единственная надежда. Сейчас проверим на Серафима Александровича. Вот этот аргумент будет убедителен для избирателя, как вы полагаете? С одной стороны, есть заявление Иона Чебана, да, который говорит, я не буду баллотироваться в парламент, потому что я доказал вам. Ну, это как, и господин Настаса, будет как, ли он? Как аргумент может быть использован в пользу Чебана. Вот я не поддерживаю мнение вот господина Варданяна в том, что он провел 28 пресс-конференций. А кто их смотрел? А какова, минуточку, а какова эффективность пресс-конференции? Я хочу сказать, что иногда, к сожалению, не в обиду сказано, нулевые. Значит, я по своему опыту в 99 году за 2 месяца провел 300 встреч. 300 встреч с избирателями. У него по статистике он сказал, что около 20 тысяч человек он Он по 7-8 тысяч встреч делал. То же самое. Я еще раз повторяю, что вот сколько человек пожмешь руку в выборную кампанию, столько за тебя проголосуют. Вот как все просто. Рецепт от Серафима Урикяна. Надо менять отношения. Не надо самоуспокаиваться. Абсолютно. Оставьте усталость. Абсолютно. Оставьте слезы, что вы устали. Беритесь за работу. Если будете хвалить друг друга, выборы проиграны. Вот. А там сработает другой. Вы затронули. Геополитически. Зря вы не заметили, что геополитика уже вошла вот до сюда, в первом туре. А во втором туре это уже пойдет навалом. И, скажем, обороты Настаси достаточно высокие, они даже не ожидали. И почему, скажем, его коллеги немножко грустные, ну, это тема для другого разговора, нет, это понятно. Это очень важная тема, это на самом деле. Это ревность, понятно. Конечно. И понятно, почему грустные. Вот, поэтому хочу сказать, что геополитика вошла, выборы вот через 2 недели будет по геополитическому принципу. Темпы накаливания кампании уже достаточно высокие. И шансы и у одного, и другого равные. Почти более равные. Более-менее. Я думаю, все будет более решать центристский электорат. Поэтому знаю, кто лучше будет работать, тот выиграет. Да. Господин Чуря, шансы примерно равные. Абсолютно согласен. И поэтому я и говорил, очень будет важно. Но шансы равные. Но с моей точки зрения определенные преимущества есть у господина Настаса, так как у него, с моей точки зрения, более высокий резерв. Все-таки тот электорат, который проголосовал за Сильвию Раду, с моей точки зрения, он относится к проевропейскому лагерю. И в этом смысле это тот резерв, который может задействовать господин Настаса. Но вся проблема, мы увидим завтра, скорее всего, Демпартия выскажет свою позицию по этому поводу. А выскажет? Смотрите, они могут, они как что-то должны будут сказать, я не знаю, что они могут сказать. Начнем с того, что они не возьмут на себя ответственность за результат Сильвии Раду. Они скажут, что она была независимым кандидатом. Да, хоть все мы понимаем. Независимым кандидатом. Все понимают. Мы все это знаем. Да, да, ну демократическая партия скажет так. Я думаю, что
те избиратели, которые проголосовали за Сильвию Раду, в самом деле голосовали за человека, который не делает политику, а озабочен нуждами и проблемами города. Но, конечно же, вот этот электорат, центристский электорат, который думает рационально, на него может как-то надеяться и демократическая партия, и это электорат, который, в принципе, находится в радиусе власти. Потому что этот электорат, который проголосовал за действующего мэра, хотя он являлся как бы исполняющим обязанности. Поэтому я думаю, что Демпартия сохраняет определенные рычаги влияния на нынешнюю ситуацию. Этого не может быть, чтобы она потеряла полностью контроль над данной ситуацией. И от ее действий тоже будет зависеть, не только от действий социалистов и правых, но и от действий Демпартии тоже будет зависеть окончательный итог. Очень интересно мне, какие будут эти действия. Я согласен с высказыванием господина Чури, потому что я не думаю, что Демпартия оставит это так, барахтайтесь, как вы хотите. И кто выйдет, тот и будет. Все равно будет, может быть, даже противоположные, может быть, высказывания вот на телевидении, указания другие. Мы это уже, так сказать, пережили. Господин Вартанян, вы должны думать сейчас прежде всего о том, как распределяться силы во втором туре. Вот все-таки ваши недруги, скажем так, или оппоненты, слово помягче, они что говорят? Ну неоткуда социалистам, в принципе, еще добирать голоса. Кроме вот тех, той самой части электората Сильвии Раду. У вас на этот счет какие мысли? Во-первых, по нашим данным, все-таки не все, как минимум, районы города, да, в том числе и Рашканская ботаника, которые были всегда, как говорят, красными районами, районами, которые за левых кандидатов вышли, там есть резерв. Ну и абсолютно я не согласен с господином Чури по поводу того, что кто профиль тех, кто голосовал за Сильвию Раду. На мой взгляд, этот профиль состоял из двух типов людей в основном. Это люди пожилого или предпожилого возраста, которые, в принципе, смотрят Prime, потому что, ну, ни для кого не секрет, сегодня телевизор смотрят люди, которые старше возраста. Вот где пропаганда, говорят про другие телеканалы. Это сотрудники муниципальных предприятий, это бюджетники. И здесь тоже есть надежда на то, что все-таки люди понимают, что в случае с одним и с другим, они понимают, каково будет противостояние примарии с муниципальным советом, противостояние примара с центральной властью, каких результатов сможет добиваться тот или другой примар, чего он уже смог добиться. Хочу еще раз повторить для наших телезрителей, что Ион Чебан, находясь 2,5-3 года, потому что мы в муниципальном совете, мы находились в законодательном органе. Это раз, и два, мы находились в оппозиции. И тем не менее, даже вот в такой ситуации нам удавалось проводить множество решений, которые были в интересах всех горожан. Поэтому с этой точки зрения и команда у Иона Чебана как примара остается, самая большая фракция в муниципальном совете. Понятно, что Андрей Настасьев, если он станет примаром, то ему будет очень тяжко. Это будет противостояние и с муниципальным советом, и тем более с центральной властью. И я уверен, что многие люди, бюджетники, сотрудники муниципальных предприятий понимают, что это будет, на мой взгляд, продолжение такого хаоса. Именно поэтому я бы отметил, очень важно, как поступит Андрей Настасьев в ближайшие дни. Я опять вспоминаю президентские выборы, тогда Майя Санду очень жестко с самого начала заявила о своей позиции и сказала, что не может быть никакого сотрудничества. Пока что я не слышал от Настаса таких жестких заявлений. То есть будет интересно, если он будет в состоянии в ближайшие дни проявить политическую мудрость и как-то понять, что он должен притягивать электорат, который находится в центре, и для этого ему предстоит сделать определенные шаги навстречу. Значит, нам нужно учитывать одну вещь, которую упускаем. Абсентеизм избирателя. 35% для Кишинева – это очень мало. Всегда участвовало больше 50%, до 60% избирателей. Потом, во втором туре меньше, как потом, правило, да? Нет, больше. Больше. Потому что стенка на стенке. Я это хотел и акцентировать. Угу. И имея в виду, что в состав муниципалитета входит еще 34 населенных пункта, где выход на выборы в воскресенье был в районе 30%, там очень большой резерв
И он резерв как раз Настасии. Если эта истерия геополитическая войдет, этот вирус, как раз в эти населенные пункты, вот после трех дней праздников, это может и изменить акценты. Но с другой стороны, Рыжкановка с Ботаника перекрывает то же самое. Поэтому, если истерия войдет и понимает, что Настасия еще более ярый унионист, чем Майя Санду, то же самое и русскоязычное население. Да дело не в унионизме. Вот видите, мы вот сползаем на геополитику и не говорим о менеджменте муниципалитета, мы не говорим о тех вещах или о тех вопросах, наболевших для людей. Вот завтрашнего дня начинаем говорить. Начиная дороги, вода, тарифы и прочее, прочее, прочее. Согласен, абсолютно. Давайте поговорим вот о каком аспекте. Политическая подоплека вот того, что произошло. Я имею в виду сейчас состояние политических партий. Потому что я прочла очень много прогнозов, очень много анализов. Ну и слава богу. Политических, да? И мне вот, например, запомнилось, что для унионистов эти выборы стали, ну не знаю, катастрофой, да, вот одни считают. Для ГИМПУ. Для других партий, значит, ну почему нет, считают, что для унионистов, если посмотрят в общем результат, который люди, да, то есть это в принципе, ведь раньше то говорили о 20% в Кишиневе. И даже о 30 по стране. Называли и такие в том числе. Для других партий, даже партия Анастасы, партия Майя Санду, то есть для них тоже это свои какие-то. Господин Чуря, как вы это можете прокомментировать? Политическая вот подоплека. Ну, для унионистов это, конечно же, они не добрали. Для ГИМПУ, в принципе, это подтверждение нисходящей тенденции. И, скорее всего, эта тенденция будет фатальной для либеральной партии. То есть еще одна унионистская партия сходит со сцены. Так. Была партия Рожки, сейчас либералы, и как бы их политический цикл заканчивается. И вот вопрос в том, насколько эти выборы помогут новой унионистской партии, партии национального единства, занять место либералов. И все не так просто, потому что есть правые, Майя Санду и Настасия, которые, несмотря на довольно-таки сложные отношения с унионистами, все-таки, скорее всего, притягивает часть, скажем, такого унионистов-прагматиков. И поэтому там конкуренция есть между унионистами и правыми. И мне кажется, что у унионистов есть реальные проблемы с тем, чтобы попасть вновь в парламент. Для демократов, господин Чуря. Ну, для демократов, да. Конечно же. Можно ли считать, что это большой провал? В двух городах, как мы видим, не удалось демократам, значит, своего ставленника. Формально нет, потому что кандидатов и там у демократов не было. Но, конечно же, у демократов были, в Кишиневе в особенности, своя стратегия поддержки. И они бы хотели вот нынешнюю власть города сохранить в этом виде, потому что это было им удобнее. В этом смысле, конечно же, можно говорить о неудаче. И эта неудача показывает еще одну тенденцию, что, в принципе, ситуация 2009-2010 года сохраняется. Остается электорат правых массив, такой электорат правых, остается электорат левых, причем, мне кажется, процентуально практически нет изменений. Тут, ну, мы когда говорим об изменениях, это плюс-минус несколько процентов, которые решают очень много, но я говорю так, грубо. И есть меньший массив электората центристов, от которых будет зависеть, куда двигать. Господин и что Чуря, создавать. Вот смотрите, вы говорите, не было формально кандидатов. Все знают, что Сильвия Раду была, в принципе, их ставленница, неофициальная. Все знают, как не хотели бы демократы, чтобы в Бельцах победил представитель нашей партии. Но этого, по-моему, никто не хотел в республике, кроме самих бельчан. Но у них свои отношения у демократов и у нашей партии, вы знаете почему. Поэтому вот это в Бельцах, например, восприняли как большое поражение демократов. Вот скажите, пожалуйста, вот это имиджевая потеря. Я хочу сказать, что для демократов это большая потеря, да. Потому что называть себя партией власти и таки влиять на все уровни власти в республике и не участвовать в выборах главных
городов республики, угу. Бельцы, ой, Кишинев и Бельцы, конечно, это непростительно. Ну, что говорить о главном унионисте, вот группару унионизму Республика Молдова, товарищу Гимпу, я не согласен с вами, у него большой рост. На президентских выборах у него было 1,8%, Мунтяну сегодня 3,2%. В два раза рост. Через 100 лет, он через 50 лет как раз придет во власть в Молдову. Я думаю, что ваш прогноз ему понравится, потому что лучшего пока для него нет прогноза. Но я хочу послушать господина Вартаняна. Давайте вот для политических партий разберем вот этот момент. Что меняется? Ну, очевидно, что действительно, я полностью соглашусь с Сергеем Александровичем, я об этом говорил и неоднократно, что если ты политическая партия, особенно партия власти, и ты не выдвигаешь своих кандидатов, отказываешься добровольно или недобровольно, как это было с Марианом Ильичем Лупо, а в этих выборах, собственно говоря, в двух крупных городах вообще не выдвигались, это тревожный звонок, это значит, у партии рейтинг настолько нестабильный и плохой, что... Они не могут выдвигать своих кандидатов, понимая, что они не пройдут. И это плохой звонок перед парламентскими выборами. Мы понимаем, что парламентские выборы это будет немножко совсем другая технология. Частично Кишинев это срез с республики, приблизительный, да, то есть с одной стороны левые партии, левая крупная партия социалисты, потом Майя Санду, Настасья, это, грубо говоря, переродившаяся партия Филата, ЛДПМ, только трехглавая, как говорят, и демократы, демократы-центристы. И, учитывая, что Кишинев это в целом либеральный город, понятно, что с первого тура социалисты набрали чуть-чуть меньше, чем если бы они, наверное, набрали бы по стране, потому что по стране очень много районов, где у социалистов там за 50, там, север и юг. Вот. И это своеобразный как бы снимок всей ситуации. Поэтому действительно либералы, это последние, наверное, их выборы, уже понятно, что они не проходят никуда. Для них главное хотя бы остаться на свободе, в том числе для Дарины Кирдака и Михаила Федоровича Гимпу. А пункт, вы хотите поспорить, Сергей Александрович? Нет, я хочу вот высказать одно мнение, что потеря, скажем, социалистами выборы в Кишинев, я не прогнозирую, я просто говорю, что потеря – это будет катастрофический сигнал для парламентских выборов в целом по республике. И это надо осознавать, учесть. И мобилизоваться вот и до. Это, ну, это все понимают. В том числе и для Настасии то же самое. Как бы тут, Ну, у Настасии рост, слава богу, такого роста еще мало кто имел, такой скачок. Перед, и даже если он не проходит, скажем, гипотетически в примары города, то все равно у него этот старт... И эта динамика сохранится и на парламентские выборы, потому что они не через гору, а через вот полгода. Но тут другой вопрос. Настасья, если проигрывает социалистам, а я очень надеюсь, что все это идет, это значит, что и Сильвия проиграла социалистам два года назад, и Настасья проиграла социалистам сейчас. Понятно. Таким образом, они подходят к парламентским выборам, как главный конкурент Демпартии, с двумя проигрышами. Нам нужно понимать одну вещь. Настасья и Майя Санду – это прямые конкуренты демократической партии на парламентский выбор. Потому что демократическая партия пытается быть центристской, но она правая. Поэтому социалистам, по большому счету, переживать... Господин Вартанян, давай скажем прямо, они как это, евроинтеграторы, вот. Ну, собственно, это звучит вот как ругательное слово. Это их объединяет, да. Но за последние 10 лет... Я думаю, что мы сползаем На политический дискурс, мы, да. Ползаем на политические дискуссии, это последующие, а главное на нас это выборы абсолютно, в муниципалитете. Я извиняюсь, я не согласен с вами. Значит, демократам будет сподручнее иметь 50+1 в парламенте, скажем, с Майей Санду и с Настасией, как евроинтегратора, чем, скажем, с социалистами. Это достаточно... А как же конкуренция между евроинтеграторами? Может быть, этот аспект? Это вопрос другой. Осталось полгода подождать, с кем подробнее.
Сейчас вот что делать с городом? Я сомневаюсь, что и демократы, и Майя Санду, и Настасья вообще смогут вместе собрать 50%. Но это полгода осталось ждать. Да, я не заходила в своих прогнозов. Я хочу разобраться еще в одном моменте. Это взаимоотношения Настасии и Санду, господин Чуря. Мы начали говорить на эту тему. Не просто удалось выдвижение господина Настаса. Вы помните, как, да, между ними вот происходили эти дискуссии? И вот в последнюю минуту... А вы не поставите вчерашние кадры? Лицо Майя Санду. Мне кажется, вот это было хороший ответ. Ну вот все говорят, что как бы они в принципе все показывают. То есть вот насколько искренне, да, вот их такая вот дружба в тандеме, которую мы видим. И вот действительно, заинтересована ли она победа? Ну, пока что должен все-таки признать, что этот альянс, который был создан по нужде, он не по любви, он все-таки довольно-таки является... Как ты так сказал, да? Давайте лучше по необходимости. По необходимости. Мне кажется, это лучше. Ну, да, нюансы русского языка. Стечение обстоятельств. Мне не совсем знакомо. Значит, конечно же, он является эффективным, хотя и не искренним. И Санду, в принципе, в 2016 году удачно выступила на президентских выборах, но потерпела неудачу из-за недочетов политических. Хотя тенденция у нее была хорошая. И у Настаса сейчас та же ситуация. Хорошая тенденция. Ветер дует в паруса. Но он политически, возможно, не готов оформить эту победу из-за вот непонятных отношений с Демпартией. И я думаю, что и между ними пока что, между Настасом и Санду, конечно же, идиллии нету. Там есть политическая ревность. Но, с другой стороны, они понимают, что друг без друга... Пока что они не могут и вынуждены быть вместе. Я вот хотел бы добавить, если с вашего позволения, вот не совсем я согласен с вашим высказыванием, да, вы извините меня, потому что если бы не Майя Санду, навряд ли Настасья имел бы этот процент. Абсолютно. Это надо учесть. И они друг другу сейчас нужны. В преддверии парламентских выборов, как никогда. Пройдут парламентские выборы, там на носу президентские. И тут очень, скажем, пытаясь вот посыпать соль или перец в отношениях между Настасией и Майей Санду, и они это хорошо понимают, осознают, что любят они друг друга или нет, это их проблемы, но ради... общей цели, которые они себе поставили, они должны быть вместе. Так я это и утверждал. Но, я с этим согласен. Людмила, позвольте, смотрите, мне кажется, что опять-таки, для наших телезрителей, тех, кто голосует кишиневцев, возвращаясь к теме Кишинева, должно быть, ну, абсолютно все равно, какие отношения у Настасии Санду. Они решают свои вопросы перед парламентскими выборами. К сожалению, сегодняшняя политика молдавская, да не только молдавская, наверное, во всем мире политика — это шоу, часть шоу. Я вот опять-таки очень хотелось бы, чтобы кишиневские выборы люди понимали, что да, они могут быть на эмоциях, что вот этот наш, вот этот, он плохой. Но они должны понимать, что на следующий день после выборов наступает рутинная работа. И никто, вот Сергеевич может подтвердить, что работа примара – это не гламур, это не пресс-конференция, это тяжелейшая работа, сотни бумаг, решения, тяжелейшие подписи, ответственность. А сейчас нынешняя ситуация с ЧНА, с прослушками, со всеми, то есть ты должен как быть на минном поле. И то вот от нашего голоса зависит от того, какого примара мы избираем и как этот человек сможет работать. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы вот 3 числа люди, когда пойдут на избирательные участки, они прежде всего думали о том, как человек, за которого они дадут свой голос, сможет исполнять обязанности мэра города. Вопрос в другом, господин Бартанян. Как эти два кандидата, которые вот... Один из них станет мэром волей-неволей. Вот, я думаю, волей. Будут, да. Оставят вот, мэрию ради парламентских амбиций. Кто первый побежит? Потому что выборы примара на один год – это не манна небесная. А попадая через трамплин город, потом парламент – это другой вопрос. И кого из них заманит сильнее вот эта перспектива?
Настасья или Чабана? Я думаю, ответ из очевиден. Не верит Серафим Александрович, что и он Чабан, да, нет, готов ответ из очевиден, не баллотироваться что, в парламент. Мы идем с разных позиций. Одна сторона, и он Чабан, это большая партия, которая уже в парламенте. Вторая сторона, это партия, которая должна пройти в парламент, доказать, что они что-то могут. Так. Но мы говорим о парламенте. Мы понимаем, что должность мэра – это хороший трамплин с точки зрения пиара, с точки зрения каких-то ресурсов, да, с точки зрения… Мы это понимаем. И вот в том числе и из-за этого. Я хочу напомнить, что в тот день, когда Андрей Настасий, одно из первых интервью на другом канале, не буду говорить канала и ток-шоу, известный телеведущий, когда она его спросила, вы собираетесь, если вы пойдете, станете примаром, вы собираетесь ли идти на парламентские выборы? Собираетесь ли оставить кресло примара в пользу кресла депутата? Он не смог ответить «нет». Уже потом, на следующее интервью, через неделю, ему, видимо, проинструктировали, сказали, ну как ты можешь так? Ты должен сказать категорически нет, он уже сказал. И второй вопрос, когда он сказал, что я собираюсь идти на должность примара, потому что мы должны сначала спасти там, это, но главное, но капитала, да, но потом главная наша задача политическая, это все взять власть в стране. Изначально этот человек, даже еще до того, как он официально зарегистрировался в Центральной избирательной комиссии, уже объявил о том, что его главная политическая задача – пойти в парламент и всех там наказать, показать им кузькин мать. Сначала телеграф, значит, потом… Значит, да. Присутствует опасность того, что где-то в декабре месяце мы будем иметь его. Конечно. Его генерального примара. Конечно. До мая будущего года. В случае, если вот Андрей Настасий станет… Больше всего абсолютно. Заботит. Абсолютно правильно. Я думаю, Кишинев с этого не поймут. Потому что вспоминали, как вы решали для себя столь сложную дилемму. Пойдет ли Серафим Александрович в парламент? Или он все-таки… Нет, вы помните, да? Я решил эту дилемму только из-за того, что мне надо было решить одну задачу в парламенте, которую я решил. Даже ценой собственной карьеры и всего остального. Ну, мы не будем спрашивать, какую задачу, но, наверное, хотя это очень интересно. Да, это очень интересно. Ну, это уже дела давно минувших дней. Нет, а вот господин Чур говорит, что кишиневцы не поймут. Я уверен, что я верю в кишиневцев, честно. Вот, я не пойму, они не поймут, если их примар их бросит. Ведь Даренко так. Согласен. Его можно за все, что угодно критиковать. Но он не смог, у него не было этого желания, или, может быть, желания было, но возможности не было уйти из мэрии в парламент. А что его держало? Ну, видимо, какие политические обязательства. Да, и бизнес-интересы. Я уважаю политическую повестку дня, которую продвигает Настасич. Мы вместе протестовали на площади. Я был ведущим одного из самых больших митингов и приглашал, да? Я уважаю. Я считаю, что он должен так же, как и все, пройти через фильтр, выиграть на муниципальных выборах, пройти с фракцией, набраться опыта, пройти в парламент. То есть человек должен пройти определенные этапы. Сейчас я не очень понимаю, как он может управлять городом с нулевым... Не, ну он может научиться. Даренкер Тока у нас 10 лет уже учился человек. Ну, понятно, мы понимаем. Но неужели 10 лет на кишиневцев не показали, что может происходить, когда приходит юрист? Он юрист. У него нет ни одного месяца, ни одного дня обучения администрации города. Серафим Александрович, вот вы как можете объяснить, что кишиневцы иногда так голосуют? То есть вот проходят такие люди, которые вот, ну, неожиданные, вот не понимают они в канализации, знаете, и в водоснабжение не асы. Кишиневцы вошли во вкус, начиная с 2003 года, когда правящая тогда партия политизировала местные выборы. Вот тогда вы пошли по пути не менеджмента, а по пути геополитическому. И политизируя вот это направление, местные выборы, они совратили настолько местную власть и избирателя. Вот, а потом он пагар де жен, осо де граме, сто лей, и пошла плясать губерния. Не могу не задать вопрос господину Вартаняну. Уже начали обвинять в сговоре, да, вот мы давно, вернее, уже свидетели тому, что в сговоре у демократов и социалистов, и сейчас это будут делать. Вот с каждым днем, мне кажется, все больше и больше будут говорить, все-таки они сговорились, вот у них есть общий интерес. Как вы будете на это реагировать и что намерены в ответ? Никак. И он чего-то сказал, что я не собираюсь заниматься политикой и говорить о политике в этой неделе. Ну, у нас такая позиция. Это выборы Кишинева. Кишиневского городоначальника, мы говорим о проблемах Кишинева. Ну,
Что мы можем делать, если у господина Анастасии единственный пункт программы за все его 2,5-3 года – это там, свержение власти демократов? Да, мы тоже протестовали, у нас более 500 протестов. Ну вот, когда вам зададут этот вопрос, вы тоже будете говорить, что мы тоже за свержение власти демократов? Да, будете это говорить? Послушайте, мы об этом говорили много-много раз, да. Что должны быть демократические процедуры, выборы. Выборы да. На носу, у партии социалистов самый большой рейтинг, самые большие шансы, чтобы свергнуть эту власть. Точка. Мы выступаем за демократические процедуры. Не демократические с точки зрения демпартии, а за правовые процедуры. Да, да. Именно мы выступали за референдум прошлой осенью. Да, мы понимали, что с учетом бойкота правого фланга Настасии Санду референдуму тяжело произвести. Да, мы понимали, с учетом того, что демократическая партия убрала Киртуака, убрала интригу, люди понимали, зачем идти на референдум, если он уже как бы не примар. Хотя мы знали, что в любой момент, учитывая эти все моменты с юридическим и с уголовным кодексом, можно могли его вернуть. Но, тем не менее, мы пошли по процедуре, мы дали кишиневцам возможность высказаться. Мы хотим, чтобы люди привыкали к демократическим процедурам, к правовым процедурам, как к правовом государстве. Поэтому, в том числе, выборы. Вот выборы сейчас, выборы в парламент. В парламенте Настасья и любой другой может высказать свою политическую позицию. Соглашусь, но есть один момент. Сейчас, Ефим Александрович, у нас вот как объясняют политтехнологи, те люди, которые вообще занимаются выборами, они говорят, что очень важно говорить у нас в стране не за что-то, а очень важно говорить против. Да? Вот, и тот, который идет именно с этим месседжем, что я буду воевать вот с тем-то, враг назначен, я буду бороться вот с тем-то, понимаете? Это у того, есть. Да, может быть, это эффективнее схема? Нет, я хочу одну ремарку тут высказать. Привыкли почему-то, я говорю как представитель партии кишиневцев. Меня еще никто не лишил этого права. Вот какой титр надо было дать Серафиму Александровичу. Это было 11 лет, и я надеюсь, что это будет и дальше, до конца моей жизни. Не обвиняйте никогда избирателя. Абсолютно. Смотрите на себя в зеркало и приходите к избирателю с тем месседжем, который он ожидает. Я хочу сказать, что ни один, к сожалению, программы, какие программы? Гибралтар взять в состав Кишинева, там, Дарданелли в состав Кишинева, аэропорт в состав Кишинева, вынести за пределы железную дорогу, ну такие глупости говорить, слушайте, уму непостижимо. Так, наоборот, а почему никто не сказал, как уберете вот эту мусорную свалку, которую соорудили вот в последние годы между Кишиневым и Бубуевичем? 8 миллионов тонн, да, не говорить надо. А решать. Согласен. Как решить вопрос с этой вонью, которая просто не встречался с кандидатом Чубановым. Очные сооружения. Ну, но какой избиратель есть вопросы. Да. Вот. Да, и дороги эти, слушайте, да? Тысячи километров дорог в Кишиневе, из которых 500 километров с бордюрами, 500 без. Если бы у меня были эти деньги, которые вы влупили, вы... В Штефан Чалмари? Не мы. Не мы. Мы законодательная власть. Друзья, исполнял Гамрецкий с Киртуака. Вы меня не учите, какая власть. Ну как? Значит, когда я был мэром, были и законодатели, и было больше коммунистов, и Гарев говорил: Серафим Александрович, вы нас заставляете, мы все голосуем, что вы вот нам говорите. Да, но управляли дорогами вы. Если бы у меня были эти деньги, которые 600 миллионов, что влупили в Штефан Чалмари, я заасфальтировал бы в три слоя весь Кишинев. Гамрецкий построил дом на 1500 квадратных метров. А вот сегодня, к примеру, Вероника Херца, да, провела в АПА-канал тендер, который выиграла одна компания, которая была переименована с Лучет-Коммерц. Теперь Лучет-Коммерц, когда своровал на парковках много денег, там, по-моему, 80 миллионов сегодня уже выиграли. Сейчас они занимаются канализацией. И это все произошло в том числе при госпоже Сильверадо. Итак, к вопросу. Ну, а что мы можем муниципальный совет сделать? Поэтому, именно поэтому... Вы не правы. Вы можете делать все. Серафим Александрович просто не работал с таким прям... Вы же видели новый закон о статусе Кишинева, что как обрезали полномочия, к сожалению. Я хочу сейчас предоставить вам по одной минуте, больше не могу, потому что уже и так, по-моему, мы вышли из временного графика. Не простят зрители. Вот если каждого... Вот где демократия, нам закрывают рот. Каждого из вас, да, Серафим Александрович, вам особенно сегодня это дело. Мы хотим терпение зрителей не испытывать. Не простят, если вы по минуте все-таки не скажете, чем закончится второй тур. Очень коротко, Серафим Александрович. Значит, я хочу сказать, что мое кредо, чтобы кишиневцы поверили
в будущего мэра, чтобы они вышли организованно. Вот 3 числа, даже не беря в учет, что это 3 дня выходных, и очень трудно возвращаться на эту работу, не надо ждать от меня, что я скажу конкретно, за кого голосовать. Мы хотим, чтобы вы сказали, кто победил. А я хочу сказать, вот, что один из них победит, тот, который будет работать во имя города, во имя кишиневцев, и кому поверит население города. Пресс-конференции и другие геополитические декларации, они уже не в ходу. Я думаю, что 10, как я проводил, 10 встреч в день по всем населенных пунктах, это примерно достаточно. Вот. И вперед. Спасибо. Господин Чуря, вы будете конкретнее? Ну, как комментатор, я, конечно, могу и отказаться ответить на этот вопрос, претендуя на нейтральность, но все же... Да не бойтесь, смотри, социологи что сделают. Я не нейтральным, и ничего. Не являюсь полностью нейтральным комментатором, поэтому, конечно же, для меня победа проевропейского лагеря является важным элементом политической борьбы. И поэтому единственное, что я хочу сказать, это надеюсь, что правые, которые сейчас прошли во второй тур, не совершат те ошибки, которые они совершили в 2016 году, когда из-за бескомпромиссности и отказа вести любые разговоры с властью, они проиграли выборы, которые должны были выиграть. Спасибо. Я очень надеюсь на сознательность. Я уверен, что кишиневцы смогут различить профессионализм от непрофессионализма. И впервые за многие годы у нас есть шанс, что выборы пройдут не по геополитическому признаку, не правый против левых, не стенка на стенку, а все-таки исходя из логического сравнения двух программ, двух людей, того, что они сделали за последние годы, того, что они предлагают, и то, что они могут сделать. Это очень важно, потому что как-никак, проевропейский, не проевропейский, промолдавский, пророссийский, прояпонский. У нас здесь, мы ходим по улицам Кишинева, вне зависимости от геополитики, вне зависимости от того, что правый или левый, мы все попадаем в ямы на дорогах, мы все водим детей в садик, мы все работаем на муниципальных предприятиях, в школах, в больницах, и мы все хотим хорошего сервиса. Вот и все. Мы не хотим, чтобы градоначальник занимался политикой. Я очень надеюсь, что эти выборы впервые за 10 лет будут как можно менее политичными. Первый тур, кстати, на мой взгляд, все-таки показал, что без геополитики в основном можно пройти. Они захотят попробовать сделать во втором туре тоже, принести геополитический вклад, но я уверен, что кишиневцы все-таки прозрели. Столько лет издевательства над городом, открыли глаза и научили кишиневцев. Я благодарю вас. Всех пойти 3 числа. Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы пришли, за то, что мы с вами здесь поднимали эти важные темы. Мне кажется, разговор у нас получился. Были разные точки зрения, мы спорили, но мне кажется, зрителю было интересно. Ну и, конечно, я тоже надеюсь, что когда будут наши кишиневцы уважаемые голосовать, они во главу угла все-таки поставят реальные результаты, да, хозяйственную деятельность и поймут, что политическая ориентация – это совсем не самое важное. Спасибо вам за то, что вы пришли. Вы смотрели программу «Полюс», где мы с вами всегда на одной стороне. Всего вам доброго.